лохматый, потому что я буквально пару дней проснулась. Пару дней назад проснулась. Вот. Собственно, сегодня день рождения. Так и съел бы много денег, я не знаю. Вот. Собственно, скорее всего, я выложу это видео гораздо позже, чем 7 июля, возможно, даже в сентябре. Потому что, как я уже говорила, я сейчас отдыхаю в деревне, а там все фианцы, поэтому вообще в деревне не закатывают. Вот. Собственно, меня уже подарила бабушка. Вот, подарила мне букет цветов, домашек и Рафаэла. А вот. Также я обязательно досмотрю вторую часть, потому что я еще хочу снимать влог с дорогой деревни, еще в этой деревне. Буду снимать либо одну большую, либо две части у подарка. Вот. Я, собственно, все приведу в порядок. Вот. Я крашусь, оденусь. И, собственно, там уже походу. Ксюша, можно сделать поздравление в мою сторону? Говорю, какой прекрасный букет подарила мне мама. Она подарила мне огромный букет роз. Там их было примерно 60. Собственно, мы на мой день рождения пошли в арену, в кино и в Макдоналдс. А потом мы гуляли около арены. Собственно, я все это рассказываю. Просто очень сильный ветер, поэтому то, что я говорю, вообще не слышно. Нельзя. Просто не обратим. Ну, короче... Взяли с собой свой попкорн, я надеюсь, нас пустят с ним, и свою пепси. Могу не купить, кстати, еще. И не было. Даже когда... Потом мы смотрели рекламу к нашему фильму, и пока что я не буду говорить, какой это фильм, потому что вы буквально через минуту об этом узнаете. Мы сейчас купили с Ваньком два гамбургера себе, и взяли попкорн. Вы куда пропали? В смысле? Это обычный шарик? Это просто шарик. Вот ты черемок. Ваня как ребенок, его нельзя без мамы. А как мне важно? Сегодня у меня день рождения, и все меня очень хорошо поздравляли. Вань! Максим, Ваня, Ваня, не поздравляют. Пойдем в кино на «Латни». Очень хороший фильм, всем советую. Ой. Дядя. Затем мы пошли в парк развлечений и поиграли там буквально в 2-3 автомата, и потом пошли в кино. После кино мама уехала на работу, она составила огню гулять в арене, около арены. Точно мы зашли в магазин «Четыре лапы», небольшой зоомагазин, и там были прекрасные ежики, хоречки, джунгарки, какие-то тушкальчики, попугайчики. Я себе очень-очень захотела ежика, я не знаю, почему именно ежика, но вот прямо захотела. Вот. Потом мы просто гуляли по арене, кушали мороженое, и также мы заказали себе макароны, такие французские пироженки. Если честно, я ожидала, что они будут гораздо вкуснее, но, как по мне, они не очень вкусные. И также мы сидели в вот таких вот массажирующих креслах, хотя мне было очень даже больно. Так что... Я думаю, это подойдет пока тем, у кого реально болит спина. То есть просто вот таким, как я, то бишь здоровым детям, это как бы будет не очень приятно, наверное. Вот. Собственно, да. О, Максим, шляпа, бой. Я тут сходи.
видели, что по-простому. Плохое. Поближе. Давай. Смотри, не сдвинь. Ой, это специально его упал. Отдыхни, Максим. Дерево вообще.